Всем привет, с вами Информ ТВ. Светлана Рябова, российская актриса кино и театра, народная артистка России. Она прославилась благодаря популярным фильмам «Ты у меня одна», «Не ходите, девки, замуж», «Мой муж инопланетянин», «Не хочу жениться» и многим другим. А вот театралам актриса знакома по ряду главных ролей в Московском театре сатиры, где Светлана раскрыла свой комедийный талант, примеряя даже самые гротескные образы. После приезда в Москву она постоянно была окружена мужским вниманием. Девушка всегда очень серьезно относилась к романтическим отношениям, поэтому избегала близких знакомств, если не чувствовала, что из них может вырасти нечто большее, чем просто свидание или легкий флирт. Она искала большую любовь раз и навсегда. И она смогла осуществить это желание. В середине 90-х вышла замуж. Ее избранник имеет собственный бизнес, а вот имя супруга Светлана до сих пор держит в строжайшем секрете. В 34 года родила первого ребенка, дочь Александру, а через 3 года – дочь Екатерину. Семья живет очень дружно, возможно, из-за того, что Светлана является неисправимой оптимисткой. Ее любимая фраза – «Делай, что должно, и будь, что будет». Рябова искренне верит, все, что с нами происходит, это только к лучшему. В кинематографической биографии актрисы сегодня длительный перерыв, чего не скажешь о театральных ролях. В родном театре сатиры она до сих пор является одной из главных актрис. Поэтому, если хотите посмотреть на талантливую артистку, обязательно купите билет в этот театр. Интересно и то, что Светлана, в отличие от ряда коллег, стареет естественно и не прибегает к услугам пластических хирургов и к уколам красоты. А как вы считаете, правильно ли она делает? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Удачи!